В Туркестане открылся фронт-офис по обслуживанию предпринимателей. На одной площадке в формате Open Space оказывают 25 самых востребованных среди бизнесменов услуг. Это позволит упростить путь от идеи до реализации проекта, сообщили в Палате предпринимателей Атамекен. Проект реализован по поручению президента страны Касым-Жомарт-Токаева. Во фронт-офисе предпринимателям также готовы помочь в составлении бизнес-плана, консультируют по участию в госзакупках. Здесь можно записаться на обучение, а также получить разрешительные документы для бизнеса. Сфера земельных отношений, архитектура – наиболее востребованные услуги для предпринимателей. Также часто возникают вопросы по работе монополистов, распределяющих воду, газ, электроэнергию. В офисе созданы условия, чтобы предприниматель мог на месте решить это. Здесь также будут работать кредитные организации.